Саяногорские активисты молодежного движения предлагают учредить День Енисея. А для начала они решили провести экологический субботник, конечно, на берегу реки. В мире уже отмечают Всемирный день океанов, День Байкала. В календаре экологических дат 8 посвящены защите водной стихии. И хотя Енисей не входит в список чудес света, как Байкал, в городе металлургов считают, Енисей нужно сохранять и оберегать. Собственно, этим и занимались саяногорские волонтеры. Горожане, воспитанники детдома «Ласточка», гости из Абакана и Багратского района, а также представители хакасского отделения Русского географического общества. Они собирали по мешкам многочисленный мусор и тут же его сожгли. Волонтеры уверены, день Енисея необходим, чтобы сделать главную реку Хакасии чище. Если мы будем обращать внимание на экологическую обстановку реки, это будет очень сказываться и в дальнейшем. А если это будет праздник, так тем более. И люди сами будут смотреть, больше внимания обращать Енисею, проблемам, связанным с загрязнением Енисея. С этим согласны и представители местной власти. Депутаты городского совета в числе добровольцев приняли участие в субботнике. Они пообещали, что на ближайшей сессии городского совета выступят с предложением об учреждении Дня Енисея.